Глава региона проверил ремонт дорог на южном направлении Приморья. Олег Кожемяка лично за рулем автомобиля проехал из Владивостока до Лазовского округа и посмотрел, как ведутся дорожные работы. Так, на участке автодороги Лазо-Заповедная дорожники в ежедневном режиме кладут асфальт. Сейчас здесь работает техника Примавтодора. Олег Кожемяка подчеркнул, что дорожным работам сопутствует хорошая погода. Уже второй месяц в крае продолжается бархатный сезон. До начала холодов все работы следует завершить. Необходимо за эти оставшиеся недели завершить все асфальтирование по всем участкам, по всем трассам, по районам и сделать так, чтобы уже в зиму можно заниматься было только грунтовой подборкой, подготовкой к асфальтиру на следующий год. Мы для этого провели большую работу по усилению Примавтодора на 2024 год. В этом году уже они получили 215 единиц техники. На следующий год, в 2024, они получают еще 160 единиц, получают 10 новых асфальтовых заводов, щебеночных, техника тяжелая, это и грейдера, экскаваторы, бульдозера, самосвалы, КДМки.